Все, разобрала селедку, посолила. Здесь, короче говоря, паприка, приправы, вот перчик и так далее. Солька обязательно. Вот так тут получается слоями с лучком. Берем, я беру вот такое масло подсолнечное для, когда делаю селедку, потому что мне оно нравится. Ну и так поливаете сколько, там, чтобы оно пробежало красивенько, так поливаете. Вот оно побежало там внутрь, видите, как красиво. И бежит, бежит. Все, вот так вот, вот закрываем крышкой. Закрываем крышечкой мы. Вот. И потом, сейчас я хорошо затяну потом. И все, переворачиваем маленечко так, сяк. И в холодильник. А потом открываете, а в нем мяшечки, ням ням. Так же, как красную рыбу я солила, семгу. Вот так же посолила эту сейчас селедку. Это алюторская селедка на телевизорной. В общем, у Марьяны, по-моему, называется.